конечно, потому что наши мигранты – это родные люди. И Таджикистан, Узбекистан, Киргизия – это все наши бывшие республики. И им даже язык не надо учить. И они знают наши традиции, они цивилизованные люди, многие образованы. И если есть работа, почему не дать ее людям, которые хотят работать? Я считаю, угрозы нет.